Мой первый там skills был в 2018 году. Для меня это был, ну, скажем так, какой-то неизведанная история, потому что до этого наше предприятие и наш дивизион, точнее, наше предприятие не участвовало в данном мероприятии, а в дивизионе участвовали только рабочие специальности. Инженерные специальности не принимали участие. Директор проявил инициативу, предложил выступить командой и в качестве одного из экспертов команды предложили меня. Вот. Для меня это был вызов, потому что в подобных мероприятиях я не принимал никогда участие. Решил попробовать свои силы. Хотя я не знал, что это за компетенция, как бы из чего она состоит условно, да, вот все детали. Буквально там за несколько дней до начала чемпионата изучали конкурсные задания, положение о чемпионате. Вот. Ну и со своей командой, которая у нас из 4 человек состоит, это 4 профильных специалиста и 2 эксперта. Мы приехали на чемпионат в качестве темной лошадки, можно так сказать. Там были такие громкие компании, как АСЭ, ЕОК, ГСПИ. Вот. И нас, как бы, ну, на мой взгляд, посчитали, что не заслужим внимания. Вот. Но мы тихой сапой пробрались за эти 3 конкурсных дня и заняли первое место. Вот. Для меня вот, сама процедура даже награждения, когда все это происходило, наверное, один из самых ярких моментов, который я вспоминаю прямо вот с мурашками по коже. Вот. Что дал чемпионат, первая история? То есть я увидел, что такое проектирование в отрасли. Потому что когда ты замкнут на свое предприятие и общаешься только с коллегами, это не дает такой широты картины. Это первое. Второе, я познакомился с экспертным сообществом людей. То есть увидел их отношение к развитию как себя, так и своей команды. Вот. И сделал определенные выводы для себя, что это мое, что я хочу развиваться. И сразу дал планку развития на следующий чемпионат. И мы приехали. И тот опыт, который получили на чемпионате, его реализовали сразу в производственный процесс. То есть мы дали предложение о том, что мы хотим перестроить систему взаимодействия участников команды внутри предприятия. Вот. И за буквально там 2 года мы это перестроили. К сожалению, 2020 год нам не позволил в очном формате провести данное мероприятие. Вот. И был новый вызов для меня – это организовать работу команды уже в дистанционном формате. Я это, скажем так, ну, не знаю, как сказать, удачно-неудачно, но хорошо это сделали. К сожалению, в призы мы не попали опять, но были очень высокие критерии оценки. Но по результатам 2020 года наша команда была лучшей, опять же. Вот. И в самой, так, на флажке уже нам предложили поучаствовать в хай-теке. То есть опять вызов организовать, собрать команду, настроить ребят. Ну и результат 2020 года на хай-теке мы заняли 2-е место. Вот. То есть сразу же в организации на меня немножечко начали по-другому смотреть, то есть фокус внимания перестроился, что у меня есть определенные компетенции, то есть я раскрыл свой некий потенциал, который позволяет собрать команду, который позволяет настроить ее, который может помимо как бы именно командного взаимодействия организовать все вокруг для того, чтобы ну, сделать некое мероприятие. Вот. Поэтому здесь я для себя раскрыл еще одно направление, да, то, что я могу не просто как бы быть в команде как лидер команды, я настраиваю все, но и организовать сам процесс. Вот. Плюс мы прокачали очень сильно все возможные форматы взаимодействия, общения. 2020 год позволил пересмотреть фокус, что любое мероприятие можно организовать и командное взаимодействие мероприятий не только офлайн, но и онлайн. И для нас, в принципе, любой вызов, который сейчас стоит, он не видится таким сложным и трудоемким. То есть мы легко адаптируемся и вписываемся в любые условия. То есть, с одной стороны, да, мы не смогли очно это все провести, потому что личное взаимодействие очень важно. Но, тем не менее, мы получили новый инструмент, который можем использовать и даже в текущей истории, когда мы проводим это в очном формате. Что для меня дал AtomSkills? AtomSkills для меня дал, во-первых, очень классную команду ребят, с которыми я, начиная с 2018 года, очень активно взаимодействую. Я увидел интерес, заинтересованность многих экспертов в том, чтобы развивать не только лично себя,
как специалисты, то есть личный вклад, но и тех людей, которые окружают их. То есть у меня даже получилась такая история, что глядя на меня, глядя на наше развитие компетенций, многие сотрудники на предприятии подходили, задавали вопрос, а как вот я, могу ли я участвовать, могу ли я со своей компетенцией где-то себя заявить, показать. Вот. И мы с 2018 года, по сути, номинируясь в одной компетенции, сейчас уже участвуем в сметном деле, участвуем в экологии. Вот, поэтому, ну, мы развиваемся, хотя у нас не такое большое предприятие в масштабах других дивизионов, но тем не менее, видя человека, который выступает в качестве, как бы, такого, ну, скажем так, лидера движения, да, который может дать любую информацию, готов выйти там на онлайн на любую связь, они заинтересовываются и формируется уже экспертное сообщество не только по моей компетенции, но и по всем остальным. За время участия с 2018 года еще произошло такое, как бы, ну, событие, да, то есть я активно начал взаимодействовать с высшими учебными заведениями. Казалось бы, я и в своей работе должен был это когда-то рано или поздно начать, но вот именно чемпионатная история дала мне вот этот вот виток и возврат, как бы, в основы, откуда брать специалистов. Вот. А все началось с того, что как раз пандемия и перерыв дала возможность нам взаимодействовать с вузами в формате онлайн. И я, помимо той роли экспертной, в которой я в 2018 году начинал, была главным экспертом компетенции нашей, предложения о том, чтобы взаимодействовать с вузами в формате как главного эксперта на межвузовский чемпионат и на демонстрационный экзамен. Активно мы с УРФУ взаимодействовали за этот период. И вот наша команда компетенций, которая сформировалась, по сути, из меня, Тимура Агаева, как главного эксперта, Вадима Силина, представителя высшего учебного заведения Уральского федерального университета, и Андрея Чуманова, команда ЭТМ. Еще в нашу команду за этот период сейчас влилась ЦКС Росатома, это Ольга Павлова. И вот мы с разных сторон, подходя к развитию компетенции, как раз вносим свой вклад. И роль наша вот на данный чемпионат, допустим, моя в этом году, это уже организатор. Организатор деловой программы, организация обучения экспертов. Вот. Поэтому с периода с 2018 года по настоящее время я себя уже попробовал в нескольких ролях. Начиная от эксперта, главного эксперта и уже организатора определенных мероприятий. Мы долго ждали 2021 года, готовились к любым возможностям, но только участвовать онлайн. Потому что та энергетика, тот заряд, то общение, то взаимодействие между людьми, которое происходит на чемпионате, его не передать через глазок видеокамеры. Спасибо Росатому, корпоративной академии, за эту возможность провести этот чемпионат. Надеюсь, что следующий год и последующие года мы также, как и в этом году, будем встречаться на площадке Екатеринбург-Экспо, раскрывать свой потенциал на 100, 150, 200, 300%. А также потенциал тех людей, коллег, которые нас окружают.